Привет, друзья! Сейчас по-быстрому постараюсь показать, как я делала из сахарной глазури цветочки для украшения своих пасхальных куличиков. Все на самом деле делается несложно, но нужно просто набить руку и нужно просто потренироваться, чтобы у вас именно получались цветочки, добиться нужной густоты. Для начала в один крупный белок я отправила немножечко соли и сразу начинаю вводить сахарную пудру и взбивать белок миксером. Затем просто добавляю сахарную пудру. Изначально на один белок у меня ушло 200 грамм сахарной пудры. Затем я добавила немножечко еще лимонной кислоты и повзбивала до вот такого вот стоячего состояния, до стоячих пик вот таких вот. Потом распределила по разным цветам. И потом пришлось мне добавить еще немного сахарной пудры, по несколько чайных ложек я вводила, добиваясь такой пастообразной массы, чтобы отсаживались мои цветочки. Получаются они прям не с первого раза, нужно подобрать определенную густоту. Если у вас какой-то цветочек не получился, вы его просто собираете, отправляете в чашу и регулируете густоту, либо просто отсаживаете его еще разочек. Если цветочки у вас смазываются, значит немножечко жидковатая масса, добавляйте сахарной пудры. Если цветочки плохо отсаживаются, не выдавливаются, добавляйте немножечко белка. В общем, здесь просто опытным путем нужно добиться определенной густоты для отсаживания цветочков. А так все абсолютно несложно. Надеюсь, вам будет более понятно. Обязательно попробуйте. А с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч. Пока-пока.